Стартував новий творчий фестиваль «Академія сміху». Вперше він пройшов в Одеській філармонії. Команди з Одеської юридичної академії, юридичного коледжу та Міжнародного гуманітарного університету боролись за кубок президента вишів Сергія Ківалова. Зацепила мене, розмішила мене. Одесса всегда была, есть и будет столицей юмора, и День юмора мы проводим здесь, и Национальный университет юридической академии, Международный гуманитарный университет, и студенты других высших учебных заведений, которые присутствуют здесь, они знают, что студенческий юмор самый востребованный, самый острый и самый, наверное, перспективный. Зазначимо, що в Одеській юридичній академії діє центр культури, який допомагає студентам професійно розвивати свої таланти. У нас хорошо работает центр культури в Национальном университете Одесской юридической академии. Помимо всего, одно из самых таких серьезных направлений – это КВН, клуб веселых и находчивых. Более 10 лет у нас существует. И успешно конкурируют между собой все факультеты и институты нашего университета. Подключился 3 года назад и Международный гуманитарный университет. Студенти показали, що вони не лише гарно навчаються юриспруденції, політології, соціології, психології, журналістиці та IT-праву, а є досить творчими та з почуттям гумору. Наш университет развивается в различных направлениях и, вы знаете, подбирает все самые главные, самые лучшие таланты. И, конечно, они прославляют вуз, они прославляют город, они прославляют страну. И, знаете, создают сумасшедший фундамент для того, чтобы в нашей стране шло только развитие, шло только процветание, и всех нас ждал успех. Более 10 лет в стенах нашего университета происходит один из таких самых замечательных конкурсов. Это КВН на Кубок президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Но сегодня и по инициативе президента университета, и, знаете, по инициативе студентов первичной профсоюзной организации реализовывается первый новый проект «Академия смеха» совместно с Лигой смеха. Также мы выступаем и генеральными партнерами в школьной Лиге смеха, которая также будет проводиться в нашем городе. У журі люди відомі своїм почуттям гумору. Це і учасники, і переможець Ліги сміху, переможець Камеді Батлу та відомі гравці КВК. Вони не полишають гумор і поза сценою. За гранью, которые, вот да, я плакал. Были такие, когда я видел парочку, которая как-то очень остро приняла шутку, и они очень повздорили, и их пришлось вывести из зала. То есть команды шутили, не щадя ни себя, ни людей. Что это за перформанс? Так а ты что, не видишь? Дождик моросит. Ты не промок? Ну да, чуть-чуть промок, прогноз погоды обманул. Вадим, у вас плохой юмор. Тебе кажется, он здесь плохой, а вот там хороший. Пошли, я тебе покажу. Включите дождь. Осторожно. Лужа. Близько місяця команда готувалась разом з редакторами Академії сміху до заходу. Мы с ребятами месяц практически вместе жили, вот, где-то заставляли, где-то ругались, где-то мы друг друга не понимали, но вот мы пришли к итоговому результату. Задатки в любом случае есть, мы всем ребятам говорим, чтобы они шли выступать на городскую сцену, дальше на всеукраинскую. У нас есть городские проекты, куда мы всегда зовем наших ребят. Прекрасно, что есть у юридической академии инициатива в первую очередь проводить данные мероприятия, ведь это будет давать свои плоды, а плоды эти весьма прекрасны. Это и тому подтверждение Андервоз с Юрой, который участвует в Лиге смеха. Команды жартували на загальні теми та не оминали увагою і свої факультети. Дети, у меня для вас очень грустная новость. Вашего отца посадили на 9-й станции. О боже, мама, какая грустная новость, я не могу сдержать слез. Брат, что с тобой? Брат, у меня походу началась ветрянка, у него ветрянка.
О, боги! Мама, мама, у нас для тебя еще одна грустная новость. Соседняя плантация горит. Горит плантация? Эвакуация! 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 Мама, это тетя Акация! Эвакуация! Эвакуация! Акация! Это нам на факультете задали. Портрет в действии. А в действии, сынок? Ну, снимай. Як твоя мама медленно йде до тебе на факультет, ніжно відкриває двері деканата і забирає твої документи. Мам, мені там хорошо. Що мені твоє хорошо? Ти коли фотку біля факультету виклав, мені половина родичів позвонили і спитали, чому мій син вчиться в кирпичній будці. Головне для творчої молоді – підтримка та майданчик, де би вони могли показати себе. В членах журі – зіркові випускники університету. Євген Федоров, учасник телепроєкту «Голос країни» Володимир Заянчковський. Ведучими були фіналісти Ліги сміху, команда «Пошло-поєхало» Андрій Войскало та Юрій Степанець. Окрім того, Юрій став переможцем «Розсміши коміка». Виш пишається цими талановитими, відомими на всю Україну молодими творчими людьми. Вони були спеціально запрошені на цей проєкт для того, щоб учасники бачили, що їм є до чого прагнути і що можна в юному віці домогтися дуже великих висот у творчості. Конечно же, очень круто. Это очень круто, что Сергей Васильевич продолжает поддерживать молодежь. Организовываются вот такие вот мероприятия, кубок. Я так понимаю, я уже, если мне не изменяет память, где-то больше 10 лет уже этот кубок происходит. Это очень круто. Надо обязательно продолжать в том же духе, и все будет супер. Я рад, во-первых, что меня пригласили. В очередной раз спасибо Академии Сергею Васильевичу Кивалову, родному факультету, что дал мне возможность здесь, во-первых, скажем так, родиться как юмористу, юристу. Ну, сегодня юрист не особо решал значение, но впечатления бомбовые. Добрый день. Мы 20 років ходим, школу шукаем. Поставьте профорієнтацію. Серьезно? Профорієнтація? Я з землі улетів із-за вашої профорієнтації. Ну, будь ласка. Ху, нарешті. Алло, деканат? Так, Марс закрили. Вінницю? Ні, ми на Юпітер зразу. Одним із спонсорів заходу виступив Міжнародний департамент перекладів. Генеральний директор департаменту зазначає, отримала лише позитивні емоції. Естественно, после такого мероприятия впечатления только положительные. Они не могут быть отрицательными. Масса эмоций, масса позитива. Весь вечер, все мероприятие улыбались, смеялись. Компания хорошая, атмосфера великолепная. Все чудесно. Серед інших організацій, що підтримували захід – спортивний клуб та громадська організація «Мангуст». Вони вже понад 10 років співпрацюють з Одеською юридичною академією. Сегодня общественная организация «Мангуст» во главе Магомеда Магдиева выступила спонсором также данного мероприятия. Мы все знаем, что смех продлевает нам жизнь. И это приятно, что проходят такие мероприятия, поскольку они нас развивают, дают нам возможности посмеяться, поюморить, развивают наши чувства юмора. За результатами конкурсу перше місце посіла команда «Салат Цезаря», яка представляла факультет цивільної та господарської юстиції. Вообще-то я не Геля, я Гельянерис, на склонах рожденная, летней практикой неопалимая, королева правкома, королева андалов, райнаров и первых людей, ну в смысле королева деканата, к Халисе кафедры гражданского права, открывающая двери центра культуры и просто мать павлинов. Очень много эмоций, были эмоции, мы очень рады. Конечно, спасибо за это Сергею Васильевичу Кивалову, за то, что дал такую возможность, чтобы мы выиграли и показали себя. На самом деле было сложно, мы брали чисто изнутрика, то есть, как сказать, стены нашего факультета гражданской и хозяйственной юстиции давали нам вот эти шутки.
Зазначимо, що за першість салатом Цезаря боролися і факультет прокуратури та слідства «Хто є ті люди?». За результатами виступів студенти мали однакову кількість балів, тому за кубок президента змагалися на додатковому конкурсі. Учасники поділилися емоціями до та після виходу на сцену. Вначале это может быть страх, потом уже ждать, когда ты наконец-то выйдешь на сцену, прочувствовать этот кайф, почувствовать этот драйв, эмоции, когда ты перед людьми выступаешь, знаешь, у тебя хорошие шутки, и они людям реально зайдут. То есть в конце, конечно же, хочется уже уйти с выдохом и смотреть на счастливых людей, которые сидят с улыбками от твоего юмора. Окрім переможця, журі нагородили команди у наступних номінаціях: відкриття фестивалю, краща мініатюра, краща акторська гра, кращий жарт, приз глядацьких симпатій, найоригінальніший виступ, краща відеовізитівка, інтелектуальний гумор, команда з космосу. Замечательные номера на самом деле, ребята все отдаются, видно, что они не профессионалы, но у меня сложилось впечатление, что некоторым командам профессионалы помогали. Тем не менее, я считаю, что все, кто на сцене сегодня, это победители, все классно отработали, все очень веселые. В Национальном университете Одеська юридична академія справді навчаються найталановитіші студенти. І сьогодні ми зібралися на такому чудовому позитивному заході, який організував первинна профспілкова організація нашого університету, так, завдяки нашому президенту університету Сергію Васильовичу Ківалову. І тут студенти показують свій талант, вони шутять і можуть проявити себе і реалізувати себе в таких чудових заходах. Президент Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету побажав командам не зупинятись на досягнутому. Я хочу пожелать нашим командам, самое главное, чтобы они всегда выходили победителями. Я хочу, чтобы они оттачивали свое мастерство и показывали, и доказывали, что Одесса – это действительно столица юмора. Вже традицією стало те, що випускники академії досягають великих успіхів на багатьох всеукраїнських змаганнях з гумору, беручи участь у телевізійних проєктах і талант-шоу. Нагадаємо, за підтримки Одеської юридичної академії у нашому місті також проходив Одеський молодіжний чемпіонат гумору, де за перемогу боролася 21 команда з різних вишів Одеси.